Сейчас кубик будет. Молодец. Лиза, у тебя есть какая-нибудь диета? Да. Какая у тебя диета? Пряников. Хорошая. Русская такая, да? Как у нас дети правильно питаются? Вот как в книжке написано. Ну, режим точно питания нельзя нарушать. Лиз, не говори режим питания. Вот какое-то такое невоспитанное выражение. Что может быть вкуснее сардинок? Скажи. Нет, лучше сардинки. Еще и белини принесли. Ну, это жизнь.